И снова здравствуйте, с вами Алексей Рябков, а рядом со мной сидит Роман Вольф. Он основатель, как называется, и руководитель прачечного агентства, да. Прачечного агентства. Петербургский лист на знакомство. Да. С одной стороны, мне слова «брачное агентство» даже режет слух. Ну, потому что, может, я вырос в какой-то такой другой среде, и мне кажется, таким, с одной стороны, таким архетипичным, каким-то таким старым какой-то историей, да, но, тем не менее, я понимаю, что это в том числе что-то такое имеет новые какие-то черты и востребовано до сих пор. Чем особенно брачное агентство сейчас? Что от него ждут люди? Зачем они, в общем-то, к тебе приходят? Во-первых, это не сайт знакомств, это сюда обращаются люди, которые хотят найти человека своей мечты. Во-первых, здесь не обращаются не аферисты, мошенники, для этого есть сайты, поэтому им зачем светиться. Поэтому здесь, то есть очень много по рекомендации. Я занимаюсь знакомствами более 10 лет, уже можно сказать, уже 11 лет будет в марте месяце. Большая база есть данных женщин-мужчин. Мужчин очень много, всех возрастов от 30 до 80 лет. То есть можно сказать, что на сайте ты сталкиваешься со всем многообразием, и если у тебя есть какие-то вот, не знаю, культурные отличия, какие-то предпочтения, или ты решил, что у тебя есть определенный уровень, и ты хочешь найти человека своего уровня, то на сайте ты никак не застрахован, потому что за вот, фотографии ты вообще не знаешь, какой человек там будет. Да. Здесь все проверено, потому что уже люди делают у нас фотосессию, либо посылают фотографию, которая уже не 10-летней давности, и тем более это же услуга платная, поэтому... А на сайте все бесплатно, поэтому там идет рассадник. То есть помимо того, что происходит такой отбор кандидатов, да, да, понимание их целей, зачем они хотят знакомиться, с кем они хотят знакомиться, да, ну зачем сталкивать тех людей, которые не подходят друг другу. Это прям значительная экономия времени и сил, да, пока ты вот пройдешь весь этот список. Кроме того, те данные, которые представляются, они актуальны, да? Ну, то есть не будет такого, что ну, возраст не тот, да? Или фотография не та. То есть ты идешь уже точно знаешь, что человек, который ты встретишься, он будет с рекомендацией, он будет с той фотографией, которую ты видел, да? И то, что его возраст, ты его тоже будешь знать, и даже будешь знать какие-то заранее его индивидуальные особенности. На каждого кандидата заполняется анкета, указываются все там пожелания, параметры, и фотография, и вот уже я уже от этого исхожу. А какие в целом такие вот, не знаю, возрастные или социальные группы с учетом опыта? Самые различные. Есть очень люди прилично обеспеченные, там бизнесмены, есть попроще. Самый различный класс. И средний, и обеспеченный, самые разные классы. Ну, то есть возникает иллюзия, что вот, ну, легко знакомиться, да, там, если ты богат, если ты знаменит, так ли это вообще? Ну, конечно, если человек знаменитый, он, конечно, вряд ли будет обращаться в агентство, а это уже будет сам по своим кругам. А, например, люди же, которые работают там с утра до вечера, им уже никуда ходить, куда-то там бегать, знакомиться. Вот поэтому есть для этого брачное агентство. Поэтому люди обращаются, чтобы за них уже профессионал им подыскивал кандидата или кандидатку. Ну и кроме того, независимо от своего статуса, потому что человек, если он богат, могут хотеть дружить с его кошельком, да, а не с ним. Да. Значит, так, цены у нас адекватные, вот минимальная стоимость составляет для женщин 4500 на один год. Есть программа VIP, себя включает VIP-обслуживание, я с человеком, с этой клиенткой работаю индивидуально, стоимость это 15 тысяч рублей на один год без фотосессии. Зато женщина получает от меня подарок, то есть бесплатное приглашение на винотеку. Ну, это подарок для зрителей нашей программы, если они станут твоими клиентами и скажут кодовое слово «Арт-Питер», да? Да, тогда будет для женщин, только для женщин приглашение бесплатно на винотеку. Также мы проводим винотеку, вот и ужин, дегустации различных вин, итальянских, французских, испанских, грузинских, также там музыкальное сопровождение, это хорошая обстановка. То есть каждый месяц происходят вот такие вот мероприятия? Да. Женщина один раз имеет право сходить на это мероприятие бесплатно. Также у нас есть программа VIP
с фотосессией, это в себя включает бесплатно фотосессия, аренда зала, услуги фотографа, стилиста, визажиста, макияж. Это стоит 30 тысяч на 3 года, то есть цена адекватна, зато женщина получает в подарок фотосессию, вот, то есть у нее будет фотосессия от профессионального фотографа на память, которая ей всегда в жизни пригодится. То есть, став участником этого клуба, да, приобретаете услуги, человек, мужчина, женщина получает, во-первых, предложение о знакомствах от тебя, да, то есть ты присылаешь им на рассмотрение кандидатов, они соглашаются, если совпадает с обоих сторон, как в Тиндере, да, то встреча происходит. Да, 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 то есть приезжает женщина, я показываю базу данных, там подсказываю, какие варианты стоит, с кем стоит, уже она отбирает, и я потом там мужчин прозваниваю, и они уже там договариваются насчет свидания, вот так. Значит... Поскольку люди платят деньги, они все мотивированы, да, на минуточку, да? Да, да, да. Значит, что касается мужчин, у нас для мужчин составляет стоимость минимальная 5000 рублей на один год. Есть программа VIP, стоит 15000 рублей на один год. Есть также программа с фотосессией, стоит 30000 на 3 года. Ну, да. Люди, которые ищут знакомства, они часто просто травмированы. Да, и, соответственно, да. Им они нуждаются не только вот в помощи, как себя презентовать. Да? Иногда нужно помочь там, расстаться со старыми отношениями, да. Там, пересмотреть какое-то отношение к себе, по-другому начать смотреть на людей, на жизнь, на мужчин, на женщин. Вот, я так понимаю, что у тебя много партнеров, которых ты привлекаешь для того, чтобы... Да, есть свахи, есть помощницы, помощники. Также я работаю с астрологом, психолог Надежда Литкова. То есть мы с ним работаем уже практически 2 года. Это профессиональный астролог, поэтому она уже говорит конкретно, кто там, какого знака нужен, что-то там ожидается, вот так. То есть она как говорит, так оно и есть. Поэтому кто захочет консультацию астролога, тоже ко мне обращайтесь, я вас состыкую. Надежда Леткова, профессиональный астролог, уже на протяжении очень много лет. По твоему опыту, сколько в среднем проходит времени, прежде чем человек находит свою пару, если он обращается в брачное агентство? Это по-разному, потому что кто-то может там на второй раз найти, а кто-то может на 22-й. Поэтому это все от человека зависит, от его запросов. Ну, в целом такая возможность есть для всех. Да, да, поэтому выбор большой, цены адекватные, поэтому работа идет постоянно. Также мы еще проводим бизнес-сдатки, бизнес-ужины, винотека, кинопесня, то есть очень много шикарных мероприятий городского значения, вот так. Ну, конечно, надо понимать, что если собираются люди примерно одного уровня, то у них могут возникать не только брачные отношения, а... Это могут уже быть дружба, это да, может быть Да, то есть у нас любые варианты знакомств, да, опять же, кто что ищет, тот тому я то еще, вот так. Поэтому это все уже на приличной встрече, тет на тет, чтобы я понимал, что человеку нужно. То есть вы можете прийти и сказать все свои тайные желания этому человеку, и он поможет вам найти того, кто делает вас счастливым. Адрес моего офиса, я нахожусь в метро Чернышевская, улица Рылеева, дом 18. Агентство называется «Петербургские элитные знакомства». Элитнознакомства.ком – это сайт, телефон для связи 940-60-24. Это прямой номер, без восьмерки. Либо также можно набрать 8-921-940-60-24, а можно просто 940-60-24. Вольф Роман, руководитель брачного агентства. Так что, друзья мои, если вы считаете, что знакомство там, не знаю, в кафе на улице или там через сайт знакомств – это не для вас, то есть еще вот такой вариант, можно обратиться в брачное агентство и с помощью опытного специалиста найти девушку или мужчину своей мечты. Если кто-то захочет куда-то ходить, можно без проблем. То есть там винотека, кинопесня. Если кто-то захочет консультацию астролога, тоже обращайтесь. Я вас состыкую со всеми, кто вас интересует. А с вами был Алексей Рябков. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи. Спасибо, пока. До свидания.